Всем привет, YouTube, привет. Значит, вот у нас старший научный сотрудник снимает задний бампер с Opel. Вот он нам сейчас расскажет, как он держится, как он снимается и что надо делать. Почему? Потому что вот многие из тех, кто занимаются авторемонтом, им приходится самим снимать кузовщину, ее выравнивать, подгонять. Вот, расскажите нам, как это все снимается. Значит, я понял, там где-то болтик выворачивается. Здесь два болта, которые держат подкрыл и сам бампер. Так. Торцовка на 20. С одной стороны, что с другой стороны. Хорошо. Под номером. Под номером. Под номерником. Вот под номерником. Угу. Под номерник здесь держат еще два самореза. Вот здесь. Вот здесь, ага. Прямо посередине два самореза. И потом? Все остальное держится на защелках. Вот здесь вот так вот идут по кругу. Хорошо. И все. Больше он нигде у нас не держится. И вот так легким движением брюки превращаются в элегантные шорты. Да? Да. Вот так вот надо только аккуратно дергать, чтобы вот здесь вот эти вот мы ушки, не поломать вот зубы, не оторвали. Если мы их оторвем, то придется ремонтировать. Очень долго и противно этот процесс. Вот так вот. Так что будьте внимательны. Да. Как говорил Жванецкий, одно неосторожное движение, и вот вы уже отец. Ну, в принципе, примерно да. Так. Да. Значит, слава богу, фонари снимать не надо. Вот, потому что часто бывает, часто что снимаешь. Надо снимать. Так, вот у нас тут, а тут еще парктроник. Да, made in China. Вот так. Обалдеть, вот как красиво. Вот легким движением руки. Так. Лишь бы потом его не путать. Сейчас мы его пометим тогда. Все. Сейчас мы тогда его пометим. Все. Какие проблемы? Так. Вот, мы сейчас пока разложим и потом, в принципе, на подписать. Вот, чтобы не мудрить. Почему-то проверили мы, вот парктроник у нас крайне правый не работает. Крайне правый не работает. Вот, почему? Понятно. Так, вот этот сюда идет, этот сюда. И идем подсветка сюда. У нас светом заходи, номерной знак. Подсветка, вот тоже два этих. Надо снять. Собственно, вот он и весь бампер. Вот. Так, вопрос. Может быть, эти парктроники надеть их назад и не трогать, а потом просто тупо переставить? Сейчас я попробую. Вот, если это удобно и возможно. И ходить на свои родные места. Чтобы потом не думать, их-то красить не надо нам? Не надо. Вот. Так что вот такие вот дела, ребята. Такие не дела, все так сложно и не все просто. Вот. Но тем не менее люди это делают. Машина, конечно, не крашеная. Вот виден след от болгарки. А вот посмотри. Виден след от болгарки. Это, скорее всего, зачистили массу сюда. Да, ну вот оно ж видно. Оно не, на месте я что хочу сказать. Вот, явно видно, что под массу кто-то сделал. Цепляли массу, что-то варили и делали. Вот она же поклевка, да, даже да. Не закрашенная. Забыли закрасить. Забыли закрасить. И вот он. Вот это все. Вот это все. Это все родное. А теперь это вот смотри, я вам покажу. Да, видно, видно, видно. Ну ладно, наш она... кинорассказ не об этом, как говорится. Да. Живет ну, дальше сторона, и ездит. Эта сторона хорошенькая. Ха, а тут вообще лепили. Смотрим, а то же самое вот здесь, с левой стороны. Да, так да, фигня, да. Зачистили, скорее всего, для массы или для чего-то. Вот даже красить, даже не домыли. Да, да. Вот, вот это вот все. Да, да. А это вот это вот, это шкурка с маленькой машинки, так и она тут и осталась. Наверное, хорошо, а потому что они писали вот мы их. Идут у нас красный, зеленый, синий и белый. Вот белый у нас... Как не раз работает. Крайний правый не работает. Здесь они вот у нас с бумажками, с цветными, поэтому мы их не передаем. Да. Идет вот слева направо красный, зеленый, синий и беленький. Вот такие вот пирожки.
Продолжаем дальше. Дальше мы снимаем вот эти катапотики. Ну, катапотики вот. Они да, вот, вот так вот зажимаются. Вот они на зажимчиках ставятся с двух вот сторон. Снимаем, все остальное забирается и будет ремонтироваться и краситься. Вот аккуратненько все это у нас ложится в багажник. Все это в багажник. Аккуратненько и все. Каждая сторона, каждая.